Жил-был в лесу медвежонок, и звали его Мишка Топтыжка. Это потому, что фамилия его была Топтыгин. Хотя некоторые говорили, что Топтыжкой его называли, потому что он любил топтаться на месте. А на самом деле Мишка Топтыжка был медвежонок, как медвежонок. Маленький, мохнатенький, косолапенький. Только раз приходит этот Топтыжка домой весь в слезах. «Не хочу больше быть медведем!» – рыдает. «Это почему же?» – удивились папа с мамой. «Да как же!» – всхлипывает Мишка Топтыжка. «Совсем задразнили!» «Зайчонка толкнул! Ах ты, медведь косолапый!» «Лисенку на ногу нечаянно наступил!» «Ах ты, медведь неуклюжий!» «На дерево полез, сучок сам сломался!» «А сорока кричит: «Ох, форменный медведь!» А самое обидное, сегодня с барсучонком боролись, он меня повалил, а все: «Эх ты, а еще медведь называется». Мама сразу в буфет полезла: «Покушай медку, сынок». А папа задумался, а потом и говорит: «Есть, сынок, одно средство твоему горю помочь. Да оно волшебное». «Волшебное? Это хорошо», — облизнулся Топтыжка. «И довольно трудное», – закончил папа. «Трудное? Ну что ж, медведь трудностей не боится», – храбро сказал Топтыжка. Он эту медвежью пословицу не раз от папы слышал. «Тогда слушай, для начала придется тебе каждое утро гимнастикой заниматься». «Ой-ой-ой», – сказал Топтыжка. «Ойкой, не ойкой, придется», – строго сказал папа. «А как сделаешь гимнастику, будешь волшебные слова повторять. Я Топтыжка, не Топчумба, я гимнамба, научумба, намба, томба, захотемба, шевелюмба да потемба. А что дальше делать, потом узнаешь, сам догадаешься». «Ничего не попишешь». Начал наш Топтыжка гимнастикой заниматься. Каждое утро пятки вместе, когти врозь, наклоны, приседания и так далее. Сперва трудно было, а потом даже понравилось. И вот в один прекрасный день стал он после гимнастики волшебные слова повторять, а оно вдруг по-другому сказалось. «Я на мемба не топчумба, даже бемба научумба, намба-томба захотемба, шевелюмба да потемба». Переполошился Топтыжка. Что же думает делать? Как быть? Хотел было папу спросить, да подумал-подумал и сам догадался. Пошел к зайцу учиться бегать. Что вы думаете? Немного дней прошло, и Топтыжка наш чуть-чуть самого зайца не обогнал. И в этот самый день волшебные слова опять переменились. «Я на мемба не топчумба, я и пламба научумба, намба томба захотемба, шевелюмба да потемба». И отправился наш Топтыжка к выдре плавать учиться. Лучше выдры известно, в лесу никто плавать не умеет. А потом по деревьям лазить белка его учила. Все жалела, что хвостик у Топтыжки коротковат, а то бы из дерева на дерево перепрыгивать научила. А еще потом пошел учиться прыгать к оленю. А еще потом стал в футбол играть и в волейбол. Словом, когда осенью в лесу состязание по борьбе устроили, он не то что барсучонка, трех взрослых барсуков на обе лопатки уложил. Все в лесу давно забыли, как Топтыжку дразнят. Кого не спроси, каждый знает: «Топтыжка? О, он у нас молодец, настоящий спортсмен, чемпион». Говорят, его даже люди к себе на Олимпиаду пригласили. Что ж, вполне возможно, тут и сказки конец. Ох, чуть не забыл волшебные слова с медвежьего на простой человеческий язык переложить, а то вдруг кто-нибудь по медвежье не понимает. Даже тот, кто в детстве слаб, неуклюж и косолап, станет ловким, станет стройным, станет сильным, как медведь. Только надо очень-очень-очень сильно захотеть, очень сильно захотеть и немножко попотеть. Вот теперь все.